Всем огромный привет, мои дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Эля, и я сегодня хочу снять для вас видео, наверное, сниму даже парочку видео. Я очень долго не снимала видео, потому что немного приболела, и если вам кажется мой голос такой гнусавенький, противненький, то простите меня, пожалуйста, потому что я до сих пор еще немножко болею, и у меня болит немножко горло, но температура, слава богу, прошла, все хорошо. Сегодня для вас хочу снять видео об очень классных покупках из FixPrice. И вообще у меня и косметические покупки накопились. Сегодня из FixPrice покажу для вас такие классные вещи для интерьера. Кто смотрел мой предыдущий влог, уже, наверное, могли видеть кое-что из FixPrice. И если речь зашла об интерьере, я хочу вам показать в этом видео... Наверное, сегодня покажу, потому что я больше не могу терпеть и хочу похвастаться перед вами такой классной картиной, которая доехала до меня. Буквально пару недель назад со мной связались менеджеры магазина, который называется «Картина Рус», и предложили мне выбрать картину. Я такая думаю, зачем мне это надо? Думаю, ну ладно, загляну на их сайт. И когда я зашла на их сайт, я была просто шокирована, потому что сайт очень удобный, красочный, такой весь красивый. Кстати говоря, эта компания продает не только модульные картины, она может сделать вам портрет, например, по вашей фотографии. Там так все красиво представлено, я была, конечно, в восторге. Сейчас я для вас сниму кусочек видео и поподробнее покажу, какая же красота до меня доехала. Вот это та самая картина, про которую я говорила. Посмотрите, как она выглядит. Это модульная картина. Эту картину мы заказывали, чтобы повесить ее в комнате у сына, но никак не думали, что она хорошо впишется вот как раз вот под наш интерьер, под наш диван. Я безумно довольна этой картиной. Посмотрите, как она выполнена. Выполнена очень качественно. Пришла ко мне эта картина примерно... Наверное, за полторы недели. И еще что хочу вам показать. Когда пришла эта картина, мы увидели, что внутри лежал вот такой вот MP3-плеер. За каждую заказанную картину интернет-магазин дарит вот такой вот MP3-плеер. Это было, конечно, очень приятно. Эта картина доехала в целости и сохранности. Посмотрите, какая печать. Я обязательно оставлю все ссылочки, проходите, заказывайте. Там есть разные размеры, есть поменьше, есть побольше. У меня, по-моему, эта картина среднего размера, но есть еще больше. Картина пришла хорошо упакованная, никаких претензий. И там, конечно, есть менеджеры, которым вам посоветуют, как же выбрать картину, как заказать. Поэтому проходите. Я безумно довольна своей картиной. Итак, пришло время наконец-то показать, что же я купила из FixPrice. И начнем, наверное, по традиции, да, что же я купила из съедобного. Самое первое из съедобного я вам покажу, то, что у нас осталось. Это осталась вот такая обертка от протеинового батончика. Это карамельный привкус. Я покупала все, и ванильные, и кокосовые, и шоколадные, и карамельные. Я эти батончики сравнивала с батончиками от Faberlic. В принципе, я никаких отличий не нашла. Единственное отличие, батончики из FixPrice, они больше, чем Faberlic, и стоят, конечно же, намного дешевле. И что же еще из съедобного я купила? Это уже традиционная наша покупка с мужем. Это вот такая вот вода алоэ веры. Напиток безалкогольный, негазированный. Когда мы с мужем заходим в FixPrice, он всегда покупает вот такую водичку, потому что очень приятный вкус, такой освежающий. И там плавают такие кусочки, как будто бы это действительно алоэ веры. Но я думаю, что это действительно алоэ вера. Очень приятный вкус, освежающий. И нам с мужем очень нравится пить такую водичку, например, когда мы едем в машине. Очень удобно. Следующее, что я вам покажу, я закупилась вот такими вот органайзерами. Когда я зашла в FixPrice, я опять увидела, что они у нас есть в наличии, и очень обрадовалась. Купила вот такой органайзер.
по 77 рублей. Очень классно. Я уже с этими органайзерами обставила и свой косметический стол. И сын у меня взял себе, чтобы туда складывать карандаши, ручки. Вообще классная вещь. Вот такой органайзер я купила. И купила его не один. Я просто вот один принесла для вас, чтобы вам показать. Этот органайзер я поставила на свой косметический стол. Поставила на предкроватную тумбочку. И здесь хранится у меня всякая мелочь, кремик. Может храниться там пилочка, все что угодно. Это очень удобно, всем советую. И вот такой большой органайзер, он стоил 99 рублей. Еще раз повторюсь, что я купила их штук, наверное, 5. Очень удобно и классно. И еще органайзер я вот такой купила. У меня, по-моему, тоже такой же есть, я вам показывала. Он стоил 77 рублей. Следующее, что я вам покажу, это уже будут такие чистящие средства. Вот такое средство я купила. Купила для ванн, подходит для любых типов ванн, хромированных, кранов и душа. Это средство Homestar, здесь 750 грамм. У меня акриловая ванна дома, и это средство очень хорошо очищает мою ванну. Я полностью довольна, пахнет довольно-таки нейтрально. Мне даже нравится, как пахнет это средство. И следующее средство, это мой бестселлер. Я без этого средства уже не могу обходиться. Это вот такой Чистин. Девчонки, у кого проблемные унитазы, и даже просто у кого не проблемные унитазы, у кого проблемная вода, ржавчина, я вам от всей души советую купить вот такое вот средство Чистин, средство санитарно-гигиеническое, 3 в 1. Здесь даже нарисовано, что этим средством можно прочищать трубу. Оно стоит 51 или 55 рублей, я уже не помню, но очень бюджетно. Этого средства хватает очень надолго. После такого средства у меня унитаз просто. Такое ощущение, как будто бы мы его вчера только купили и сегодня только установили. Белоснежный, блестящий. Я раньше покупала средство от Faberlic, которое стоит в 2 или в 3 раза дороже, чем вот это средство. И там, кстати, 500 мл. Всего здесь 750 мл. И вот, я скажу, что Faberlic намного уступает. И когда я заехала в Fix Price, купила несколько упаковок этого Чистина. Всем, девчонки, советую. Вот всем советую. У кого есть ржавчина на унитазе, которая не отмывалась, не стиралась уже несколько лет, вот, налили, оставили, смыли. Все, белоснежная чистота и свежесть. Обалденное средство. Следующее, что я купила, это были вот такие перчатки хозяйственные, супер прочные. И они стоили 55 рублей, по-моему. Я не знаю, я не помню, сколько такие перчатки стоят вообще в обычных магазинах. Но я почему-то подумала, что 55 рублей для таких перчаток это большая цена, да? Если вы знаете, сколько перчатки стоят, потому что я как-то не обращала внимания, то напишите мне, пожалуйста, сколько стоят в обычных магазинах вот такие перчатки. Я купила размер S, написано «одна пара, защита для рук». Написано, что это супер прочные, еще не пробовала, как видите, они новенькие. Хочу вам сказать, что если вы купите вот такое вот средство, обязательно купите такие перчатки, потому что здесь содержится хлор, и не дай бог ваши ручки пострадают. Следующее, что я купила из Fix Price, это то, что вы видите на мне. Это вот такая вот безумно удобная кофточка. Я купила такую кофточку в 46 размере, и она села на меня просто идеально. Очень красивый оттенок. И написано, что это футболка женская, длинный рукав в размере 46, состав 100% хлопок. Я не могу представить себе свою жизнь без этой кофты, она до такой степени удобная, и вообще оттенок мне нравится, она просто классная. Поэтому, если вы увидите Fix Price, обязательно купите. Она очень нежная и стоила, по-моему, 99 рублей. Это очень бюджетная цена для такой вот кофточки. Она мне безумно нравится. Посмотрите, как она выглядит. И вот эти вот гуси, они очень милые. Мне безумно они нравятся. И последнее, что хочу вам показать, самое крутое и самое классное, что я нашла в Fix Price, это вот такие вот наволочки.
Наволочки просто бомба, девчонки. Они, по-моему, 40 на 40. Посмотрите, какие они плюшевые, какие мягкие. Буквально недавно на AliExpress я искала именно вот такие вот наволочки, чтобы они были очень мягкие, плюшевые, красивые и подходили к моему интерьеру. Каково же было мое удивление, когда я зашла в FixPrice и увидела такие наволочки. Я была просто в шоке. Я думала, они стоят 99 рублей. Вот я вам клянусь. Когда я подошла и увидела, что одна вот такая наволочка стоит 55 рублей, а на минуточку на AliExpress я не нашла такие наволочки, меньше 150 рублей. Взяла вот такие вот две наволочки бежевого оттенка. Они очень красивые. Подходят к моему интерьеру. И взяла вот такие вот коричневые две наволочки. Они были, к сожалению, последние. Если бы я увидела еще, я бы еще взяла. Там, кстати, были, по-моему, и голубые, и розовые. Не помню сейчас точно, но я взяла вот такого вот оттенка две наволочки. Они такие классные, я на них даже сплю. Вот честное слово, я на этих наволочках сплю. Вот именно вот такие подушки у меня лежат на кухне, на моем уголке. Кто смотрел мой предыдущий влог, вы уже видели, да? Я безумно довольна этой покупкой. Посмотрите, какие строчки. Ни одна ниточка не торчала. Я уже несколько раз стирала эти наволочки. Ничего с ними не случилось. Это просто какое-то чудо. FixPrice, конечно, в этот раз меня удивил. Извините, конечно, за мои эмоции, но я просто не могу по-другому реагировать на такие покупки, на такие бюджетные и качественные покупки, которые мне понравились. Спасибо большое, что вы досмотрели это видео до конца. Я вас всех очень люблю, всех целую. До скорой встречи!